Привет всем! С вами Ольга со своим реальным обзором. Реальным, потому что все покупаю сама, ничего не рекламирую, а только лишь рассказываю и делюсь своими впечатлениями. И давайте сегодня поговорим о такой фирме, о таком бренде, как Питер Томас Рот. А то все, знаете, Питер Томас Рот. Ну а что такое Питер Томас Рот? Это, мои друзья, Питер Томас Рот. И никак иначе. Как говорится, фирма веников не вяжет. По легенде, я быстренько расскажу, так вот то, что помню. По легенде, они то ли с братом, то ли что. Нет, не буду врать. С того, что у них в их роду были спа-салоны когда-то в Венгрии. Ну, там или у бабушек, или у прабабушек, или у мамы, или у папы. Что-то такое, которые были грязи всякие, ну, минералы, все такое. Ну, все было прилично. А этот Питер, или как его, он всегда страдал проблемами с кожей, у него вечно там что-то, все было не так. И он был вечно в поиске вот каких-то средств, которые могут вылечить, помочь. И они, по-моему, переехали в Америку, там что-то делали, и потом вернулись, и, в общем, все вот в таком плане. Ну, все как в красивых легендах, как они описывают, обязательно у кого-то, кто основывает бренд, должна быть проблема с кожей, и только вот он сам себе помог, и всем вам тоже поможет. Вот это такая концепция, ну, легенда красивая для нас с вами, чтобы мы быстренько начали верить, бежать и покупать. Ну что, с этой фирмой я тоже уже, с этим брендом я уже давно знакома, есть у меня от нее много чего интересненького. И сегодня я хочу вам рассказать, как вы уже поняли, вот такой вроде бы простой маски в баночке. Называется она Pumpkin энзимная маска. Вот такая вот она, ну, медового какого-то цвета, золотистого чуть-чуть. Что у нас там внутрях находится? Вот, о, вот такая кашица. Пахнет она, знаете как? Это вот просто ягодный пирог, который вот с корицей, совсем настоящий ягодный пирог. Если кто не понимает, что такое в банке, можно спокойно на хлебушек намазать и будет думать, что это так. Что интересного в этой маске для лица? Она со всякими энзимами, с витамином С, с тыквенными, а энзимы непростые, тыквенные, между прочим, вот. Да, там витамин С, какие-то гранулы, АХА-кислоты. Что у нас делают АХА? Они отшелушивают, да, эту кожу. Ну, давайте я посмотрю, как она на руке. Чего я закрыла-то? Нам предлагают. И что? Вот еще отступление. Почему она мне так нравится? Потому что ее всего надо держать от 3 до 7 минут. Ну, несчастье ли? Тут еще вот такие, понимаете, еще как скрабирующие частицы. Вот такая она красивая. Ой, как она пахнет. Ее просто наносишь, она очень легко распространяется, она такая как будто бы и не гелевая, как вам назвать, и с этими крупинками со всякими, просто счастье, и такое ощущение, что мажешь себе вот повидло от пирога яблочного. И все, и ждем от 3 до 7 минут, кто как выдержит, потому что там кислоты, поэтому так оно предполагается. Что оно делает? Написано, что для всех типов кожи подходит, особенно для возрастной, ну вообще для всех, сухая, жирная, комбинированная, чувствительная, все должны обязательно ее попробовать, как утверждает производитель. Естественно, она выравнивает и тон кожи, и осветляет, то бишь витамин С, да, что он вытворяет. После него я ее делаю, стараюсь перед макияжем. Потому что после нее лицо, мало того, что она там побудет, и после нее лицо становится ровное, отполированное, никаких пор, морщинок, там еще что-то нет. Плюс настроение, как будто сладенького жахнул. Что оно по ценам? Сейчас это стоит, я посмотрела на сайтах, где-то вообще 65 евро. За сколько граммочек у нас? Так, сделано оно в Америке. За 50 миллилитров маски кто-то хочет 65. Нетушки. Я нашла, здесь покопалась и нашла
на Люкс Плюсе за 31 евро. Да? Это в пол цены меньше, чем предлагают нам какие-то сайты. От этой маски вы точно получите такой заряд энергии и удовольствия, что вы пользуетесь ею. И результат вы тут же увидите, что вот ну не просто так какую-то тряпку кину на лицо маску, все, и там что-то непонятное, сопливое у вас осталось, и до свидания. Нет, она начинает действовать сразу, вызывая такая сначала как будто бы, может быть, чуть-чуть покраснение, ну потому что кислоты, но оно быстро потом проходит, все, результат того стоит. Ну вот, поэтому хочу я, у него очень много, у этого Питера Томаса Рота, очень много масок. У меня из них есть, наверное, штук 5 разных. Я вам буду рассказывать потихоньку про каждую. Это моя одна из наилюбимейших, которую я вот самая любимая, просто самая любимая. Не выговорить мне сейчас эту букву, все очень сложно. Давайте сделаем вывод. Ради такой вкусноты, потому что она пахнет просто, как будто ты вот сейчас со стаканом чая, с пирожком совсем на свете, заряд бодрости, энергия, вы должны это попробовать. Могу вам сказать еще такое. После Нового года обычно бывают такие предложения в коробке, целых 4 разные маски, полноразмеры. Можно взять где-то евро за 70. 4 штуки, как я это сделала, чтобы сразу 4 у вас было. Но вы должны обязательно познакомиться, хотя бы начать с одной, чтобы понять, что эта фирма, этот бренд был создан не просто так и не зря. И пускай у них там такая веселая легенда, мы будем им верить, покупать. Я очень рада, что у меня есть такие маски, и вам всем советую, мои дорогие. Давайте так, на этом я буду завершать свое коротенькое видео. Я вас всех люблю, целую, оставляйте свои комментарии, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!